Здравствуйте, вы на канале «Правильный выбор». Сегодня на обзоре телевизор от компании Samsung, модель UE65RU7470U. В описании к видео я собрал для вас ссылки с лучшими ценами на эту модель. Надеюсь, вы оцените мои старания лайком и подпиской, а также нажмете колокольчик. Не забывайте писать комментарии, благодаря им мы знаем, как становиться лучше. Диагональ экрана 65 дюймов, разрешение 3840 на 2160, подсветка Edge LED, матрица VA, глубина цвета 8 бит плюс технология FRC, частота обновления 60 Гц. Технология Dynamic Crystal Color. UHD-телевизор Samsung с технологией Dynamic Crystal Color воспроизводит кристально чистые и непревзойденно яркие цвета. Процессор UHD 4K. Впечатляющее качество изображения благодаря обновленному процессору, который управляет цветопередачей, оптимизирует уровень контрастности и обеспечивает поддержку HDR. Насладитесь четким изображением на экране 4K UHD TV, который содержит в 4 раза больше пикселей по сравнению с Full HD, еще больше деталей в каждой сцене. Насладитесь цветом, четкостью и контрастностью. Интеллектуальная технология подсветки UHD Dimming делит экран на небольшие блоки для более точной передачи деталей. Смотрите HDR-контент с улучшенной четкостью и точнейшей цветопередачей. Телевизор Samsung UHD обеспечивает более точную передачу деталей даже в самых ярких и темных сценах. Оптимальное расстояние от глаз до экрана телевизора для просмотра контента с данной модели – 275 см. Изысканный минималистичный дизайн, система скрытых проводов. Всего 3 шага, чтобы спрятать все лишние провода. Шаг 1. Подключите провода. Шаг 2. Вставьте их в кабельную выемку на задней панели телевизора. Шаг 3. Аккуратно пропустите провода внутри подставки телевизора. Тонкий корпус. Утонченный и изысканный дизайн нового Samsung UHD TV позволит гармонично дополнить интерьер вашего дома. Размеры телевизора 146 см в ширину, 84 см в высоту, толщина 6 см, вес 25 кг, цвет серебристый. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать. Предусмотрено крепление веса 400 на 400. На задней панели расположены стандартные разъемы. Присутствует один оптический аудиовыход Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает Wi-Fi и Bluetooth. Операционная система Tizen 5.0. Легкий доступ и управление. Теперь еще умнее, с интерфейсом Smart Hub и универсальным пультом One Remote. Весь нужный контент уже у вас в руках, от легкой настройки любимой консоли до установки актуальных приложений и просмотра телевидения. Приложение Smart Things. Smart Things превращает телевизор в центр управления вашими устройствами, поддерживающими функцию «умный дом» от смартфона до бытовой техники. Это дает вам возможность в реальном времени управлять и контролировать состояние оборудования вашего умного дома. Экосистема домашних развлечений. UHD 4K телевизор Samsung может стать центром новой и более удобной для вашего дома экосистемы домашних развлечений. Простое и удобное подключение и управление смарт-устройствами даже других пользователей. Поддержка AirPlay 2. С помощью AirPlay 2 вы впервые сможете управлять контентом прямо с девайсов Apple и сразу на большой экран любимого Samsung UHD 4K TV. Проигрывание видеороликов, музыки, фотографий и не только. Легко. Суммарная мощность звука составляет 20 Вт. Она достигается за счет использования двух встроенных динамиков мощностью 10 Вт каждый. Для создания объемного звучания используется специальная обработка сигнала. Выходная мощность 20 Вт по 10 Вт на каждый из двух динамиков. Звук можно передавать по Bluetooth. На момент выхода этого обзора отзывов на ТВ было не так много, а отрицательных вообще нет, поэтому я расскажу о положительных. Хорошее качество сборки, современный функционал, красивая картинка, телевизор тонкий и легкий. Если вы стали владельцем данного телевизора, поделитесь в комментариях своим мнением о данной модели. Напоминаю, все лучшие цены на модель вы найдете в описании. Оцените этот ролик лайком и подпишитесь на канал, а также проверьте, что у вас включены уведомления о выходе новых видео. До скорых встреч!